Привет всем. Великолепный волшебный Денис Карташов. А это Даша Холодных, королева креатива. Я безумно рад, что мы сегодня вместе на саммите от Nix Professional Makeup. На котором мы поговорим сегодня про профессию визажист и оборотную сторону. Кто такой идеальный визажист? Вот у меня тоже вопрос. Ты идеально, Даша? Я потрясающе идеально, да. А я вот абсолютно не идеален, мне кажется. И, честно говоря, сомневаюсь в твоей идеальности, потому что идеальных людей не бывает. А быть идеальным в профессии, это, наверное, какая-то недостижимая, ну, мне так кажется, недостижимая вещь, к которой всегда хочется стремиться, каждый раз доказывая самому себе, всем окружающим, в любом действии в нашей профессии, что ты многое знаешь, многое можешь, и у тебя все круто там с фантазией, с работой в целом. Но все-таки я каждый раз понимаю, что мне еще так много нужно узнать, так много нужно достичь чего-то, так много нужно накрасить моделей людей, шоу, съемок и так далее, что мне иногда кажется, что я вообще только начал, и до идеала мне еще крайне далеко. Как тебе удается чувствовать себя вот реально у идеальной такой вот, можно сказать, состоявшейся во всем? в тех смыслах этого слова, мастер визажистом Возможно, потому что для меня идеальный визажист – это тот человек, который в первую очередь делает своего клиента, либо модель, либо проект максимально. Я всегда стараюсь работать на больше, чем на 100%. То есть я выкладываю всегда на 250% больше, чем хочет заказчик. Будет это невеста, клиент, либо еще кто-то. И для меня идеальный визажист – это тот, кто умеет слышать и хорошо слушает, что хочет клиент и в то же время поддерживает. То есть для меня это психолог. И в моем случае, в моем понимании, то есть я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и про то, что мы постоянно учимся, и никогда невозможно учиться всему, невозможно быть самым умным, потому что всегда есть какая-то еще другая отрасль или, не знаю, предмет, который ты не до конца знаешь, не до конца уверен. Но мне кажется, что это классно, когда ты знаешь вот на тот момент... Вот на сейчас достаточно, и ты понимаешь, что ты сделал максимум. Мне нравится история, когда визажисты максимально готовятся к съемкам, максимально готовятся к невесте, максимально готовятся к клиентам. Когда они приходят, и вдруг происходит какой-то форс-мажор, они понимают, что у них все под контролем, потому что на всякие пожарные они подстраховались, взяли какие-то предметы, там, я не знаю, косметичку дополнительную. Или если мама, например, приходит, начинает истерить, они наклеивают ей патчи на губы и говорят, что давайте увлажним губы, да, и то есть вот это вот обдумывание на шаг вперед для меня и есть идеальный визажист. потому что для меня это все-таки не история про э, растушевки, переходы и так далее, потому что это техника, техники достаточно легко обучиться, ты просто берешь как мышцы и качаешь, а вот именно э, вот это вот чувство меры, чувство такта, чувство поддержки, где поддержать человека, э, как понять, что хочет именно ваш клиент, возможно, это бренд, да, то есть как найти общий язык и так далее, вот для меня если человек, если это визажист, либо кто-то другой, да, это может быть любой работник, устанавливает вот эту связь и этот контакт, этот диалог с, со своим заказчиком, клиентом, невестой, учеником, возможно, кем угодно, то и у него получается классный продукт. Для меня это очень классная, хорошо сделанная работа. Круто, Даша, круто. То есть идеальный визажист – это настоящий профессионал, который постоянно стремится совершенствовать свой профессионализм с каждым новым заказом, с, каждым новой, с каждой новой клиенткой, с каждой новой съемкой и так далее, и так далее. Ну, тут полностью с собой согласен. У меня такая же история. Иногда даже бывает, что ругаю себя за свой перфекционизм, потому что иногда он бывает настолько зашкаливающим во всех смыслах, что кажется, что, блин, вот это вообще было не нужно даже думать об этом. Но я на всякий случай подумал, потому что, согласись, как бы ты ни готовился, как бы ты ни думал, все равно случаются моментики, в которых ты должен принять решение прямо здесь и сейчас и выкрутиться каким-то образом. И вот это, кстати, тоже одна из черт, которую нужно качать, развивать и которой нужно не бояться, мне кажется, когда а, вы работаете, у, со всеми может случиться что-то непредвиденное, неподготовленное, но мы всегда сможем выйти из ситуации, потому что у нас есть огромное количество крутых красок, которые можно смешивать между собой, достигая совершенно разных результатов. А если вы забыли кисти, то вспомните про французскую технику макияжа, когда вы наносите мейк пальцами. У меня такое было. Кстати. Это вообще кутюр такой кутюр макияжа сказать, а я работаю пальцами. Вот, кстати, ты сказала про ситуации, которые случаются, какие-то факапы в жизни каждого, мне кажется, в работе у каждого человека и так далее. И мой секрет именно во-первых, два секрета, как можно их избежать или что делать. Первый момент – это действительно готовиться, потому что как бы ты классно не подготовился, иногда случаются какие-то форт-мажоры. Но если ты готовишься больше, чем вот просто подготовка, да, то есть подстраховаться, как я уже говорила, взять что-то экстра, взять дополнительные руки ассистента, взять еще один кейс, там, например, или на всякий пожарный положить дополнительные пучки ресниц или еще что-то. Вот, кстати, Одна моя знакомая рассказывала, что она училась в Лос-Анджелесе в мейкаперской школе. У них был отдельный блог о том, что визажист должен брать с собой на съемку невизажного. То есть а, нитка с иголкой, жидкость для снятия лака для ногтей, лак нейтральный, скотч, изолента, проволока. Ну, то есть а, вот эти щипцы, которыми зажимы а, стилисты убирают одежду. И вот сейчас, например, очень много работы на съемках не только как визажист, но и как продюсер, как режиссер, когда я собираю команду, когда я уже, например не крашу, а просто смотрю на все это, иногда еще и работаю стилистом, я понимаю, что на самом деле это просто must have. И когда у вас есть вот этот вот заветный ящичек всего того, что по сути визажисту не надо, но может очень сильно пригодиться на съемке, в следующий раз, возможно, съемочная команда скажет, блин, там был такой классный парень, Денис, у него был волшебный чемоданчик, у него было все. Конечно, на следующую рекламу мы позовем именно его. Это первый момент. Второй момент, если вдруг так случилось, что, ну, случился факап, не знаю, модель пришла, у нее э, аллергия вчера, случилось и все, а вы должны были снимать бьюти. Ну, то есть это данность, и с данностью нужно мириться. И то есть вы просто делаете максимум, что вы от себя можете сделать. Но если эта ситуация, которая от вас вообще никак не зависит, то просто расслабляемся, выдыхаем и делаем то, что можем, и все. То есть э, от этого никто не умрет. Ничего страшного не случится, просто жизнь продолжается. В общем, идеальный визажист ⁇ это визажист, у которого есть и крутое образование. Он умеет огромное количество всего руками и знает, как это делается в своей голове. Идеальный визажист – это тот, у которого есть просто все, помимо косметики, для того, чтобы, если что, заклеить этой маме рот, причем <laughs> не... Очень тактично, нежно и с любовью. Да, с любовью можно таким пластырем розовеньким в форме губ, <laughs>, чтобы она не мешала красить невесту. Пусть увлажняется. <laughs> вот, пусть увлажняется. Да, кстати, патчи в форме губ же есть как раз отлично сказать, мама, вам нужно для того, чтобы шикарно выглядеть. Визажист это тот, у которого должно быть все, и визажист это идеальный визажист, это тот, к которому стоит всегда стремиться к этому идеалу, расширяя свои знания, свои кейсы и свои супер чемоданчики, в которых есть абсолютно все, чтобы исправить ситуацию и создать шедевр или очень крутой макияж в конкретном случае. Если, например, вот если взять меня, да, вот с чего началась вообще вся моя карьера, работа и так далее. Когда я начинала, я жила в Казахстане. Мне было 15-16 лет. Естественно, не было никаких школ, никаких обучений и так далее. Там пыталась что-то найти где-то в журналах, каких-то интернетах. Ютуб тогда, по-моему, его либо не было, либо он не был. Не было Ютуба вообще тогда. Вот. И если честно, меня разрывала, потому что я не понимала, что и как, и куда. Единственное, что было в маленьком городе Петропавловске, в Казахстане это салоны красоты. Слоны красоты. И еще, так как я очень любила живопись, так как я занималась в художественной школе, даже училась немножко в колледже, для меня это был вариант живописи на тере, на лице. И, то есть вот это все я сразу брала, пыталась, делала, каким-то образом воплощала на лице. Но вот сейчас, в данном случае, очень много вариантов, что можно делать, куда пойти учиться, чем заняться потом и так далее и тому подобное. Но мои первые семь лет, вот пока я не поняла, что о, я визажист. Я хочу работать на съемках. То есть, вот пока у меня не, получи... не появилось вот этого вот тропинки, какого-то стержня, я не знаю, направления, что именно я хочу делать, первые семь лет я просто моталась. Я не понимала, что я просто как билась об стенку то есть: то салоны, то клиенты, то будиар, то креативный мой, то вроде бы волосы. Даже я сама фотографировала и прочее. И ты знаешь. Сейчас у нас у тебя академия, у меня школа, и мы, когда у нас ребята учатся на базе, мы с ними разбираем вообще, аж куда бы они хотели пойти. То есть вариантов очень много, опять же, да. То есть то, о чем я говорила, есть театры, есть бренды, можно пойти работать в бренд, можно развиваться с точки зрения офиса, то есть, возможно, вы там пойдете в тренерство, либо будете строить корпорации, возможно, вы будете инфлюенсером и так далее, но вот именно то, с чего начать, это, наверное, не бросать, не бросать мейк. Даже если у вас не получается а, идеальная тушевка, я бы, например, делала мейки, посоветовала бы делать мейки каждый день на разных людях: на подружках, на мамах, на тетях, заявить о себе, о том, что вы визажист, а, написать фотографам, который вам нравится, сказать о том, что привет. Меня зовут Даша, я делаю мейки, я научилась там делать нюд, училась там-то. Я готова с тобой работать бесплатно на там каких-нибудь тестах или еще что-то. Ты же снимаешь тесты модельные, тебе же наверняка нужен нормальный просто красивый тон. Я с удовольствием, возьми меня. То есть быть вездесущими. Именно такой совет я получила, когда я переехала в Москву. То есть быть везде и всюду, на всех фестивалях, на всех каких-то мероприятиях, на любых тусовках, со всеми фотографами. То есть прям быть везде максимально, чтобы тебя заметили, чтобы твое имя услышали, чтобы начать что-то делать, чтобы начать получать заказы на какие-то коммерческие съемки, либо, возможно, заказы на какие-то интересные съемки, которые вы хотели бы, но пока их не случилось. Быть активным. Наверное, такой совет я бы дала себе в самом начале своей карьеры. И не тратила бы вот эти семь лет. Я думаю, что твои даже 7 лет прошли не просто так, и ты умеешь много-много из того, что ты перечислила, и это наверняка помогает тебе сегодня, когда ты уже выбрала а, и получила, скажем так, успех в своем направлении. Да? Что бы я хотел пожелать сегодня каждому, кто только-только начал, или, может быть, только думает начать и прийти в эту прекрасную, но не такую уж и легкую профессию. А, это выбирать. Сегодня выбор огромен. Действительно, Даша говорила о том, что не было школ в Казахстане или там были какие-то непонятные. Сегодня огромное количество информации в интернете, огромное количество курсов. Сегодня очень многие курсы переходят в онлайн формат или в форматы каких-то марафонов. Да? И сегодня, на мой взгляд, очень важно, если ты хочешь хорошо начать, нужно действительно хорошо поучиться и выбрать действительно качество потому что огромное количество информации которая к сожалению низкого качества низкого уровня да то есть это сейчас не реклама моей школы или школы даши да то есть это просто осознанный серьезный подход к началу и вот вы выбрали и вот вы начали и вот вы закончили прекрасную школу макияжа их достаточно немало в россии сегодня и это безумно радует меня вот Закончили, купили кейс, купили косметики, по советам блогеров, может быть, по советам своего учителя или своих учителей. Вышли, вдохнули полной грудью, воздух постпандемический, в котором вот-вот все начинает открываться, там и так далее. Вот, и не понимаете, что делать. Да? Соглашусь, с Дашей полностью: стучитесь во все двери и какие-то останутся для вас пока закрытыми, какие-то откроются совершенно неожиданно. Просто нужно идти и стучаться, а не сидеть дома со своим дипломом, со своей косметикой и просто ждать. Обниматься. Да, и просто ждать. Ну, ну вот я вроде все уже сделал или сделала, да. Когда же на меня упадет эта слава, эти деньги, эти клиенты, эти съемки и так далее? Сложность начала в любые времена, не только в кризисы, не только в пандемии, а вот не было никакого кризиса, мне кажется, когда ты начинала, да, когда. Был ну было. я но, переехала но, в Москву. Но это был все равно там финансовый, да, наверное, какой-то кризис, но не такой вот работы, сидим, глобально пандемический. Не знаю, у меня честно ну, говоря. Ну да, но с пандемией не сравнится, да, пандемия это вообще другой мир, другое все. Это, это вот когда именно по нам ударило очень сильно, если просто э, к визажистам люди все-таки ходят, ну, у которых есть деньги, да, как бы, ну, на эту услугу, а услуга это, в принципе, эксклюзивная, можно так сказать, не для э, каждого там дня, mm -hmm. вряд ли найдутся девушки, есть, наверное, такие, у которых личный визажист, который каждый день с утра там... С макияжем, Человек, да? да, вот, все-таки макияж, если говорить про клиентов, делается по случаю, и случаи вдруг исчезли что делать, как быть, да, для тех, кто, возможно, в страхе или в разочаровании, или в том, в каком-то таком, в какой-то депрессии, в которой кажется, что профессия визажиста исчезает или исчезнет вовсе, макияж никому не нужен, все в масках, а скоро и в очках будут, может быть, в темных, и зачем это все нужно, могу сказать, что это профессия, которая и макияж вообще это то, что дарит людям эмоции, которых так не хватает или не хватало сейчас. Это то, что, ну я не знаю, как одежда, да, это как естественная потребность девушки, а сейчас уже и многих юношей в мире проявить себя, показать. Поэтому профессия макияж никуда не денется, визажист, точнее, не исчезнет, она будет развиваться, трансформироваться. И для меня лично понятно, что я уже там достиг каких-то высот. Пандемия – это огромный мотиватор. Это время, в которое есть подумать, а что же делать, а как будет дальше развиваться моя собственная жизнь в профессии, что действительно будет с макияжем, и что я лично я могу сделать для себя, для своей школы, для людей, которые мечтают о макияже или наблюдают там за мной. Неважно, какой у меня уровень и статус, и что лично вы можете сделать для того, чтобы вас увидели, вас заметили. Вы можете, если у вас, вам нечего делать, взять и сделать макияж на себе. Вы можете поймать соседку, сестру, маму, бабу, как уже Даша говорила, и сделать, может быть, не совсем обычный макияж. Я всегда uh, стараюсь подчеркнуть для всех своих учеников, и сегодня для вас, друзья, что макияж для того, чтобы быть разными, uh, и когда у вас есть много времени, и вы не работаете, это самое шикарное время для того, чтобы делать этот самый разный макияж, показывать его всему миру через социальные сети, через сегодня видеоконтент. Сегодня нам каждый день, не знаю, каждые полгода Новые системы да, различных социальных сетей дают новые инструменты, за которыми нужно наблюдать и которые нужно использовать. Да просто даже накрасить безумные голубые губы и желтые смоки и выйти на улицу в своем даже пусть маленьком городе. И Пусть они потыкают вас пальцем, и пусть скажут, что вы сумасшедшие. Но зато вас заговорит эта улица, а потом может быть и ваш небольшой город. И все захотят узнать, а что же случилось и почему эта девушка или может быть даже юноша вот так однажды вышли на улицу или может быть показали такую картинку. В общем, друзья, очень много чего можно делать, очень много чего еще можно придумать из того, что мы с Дашей не сказали. Главное быть в этом, главное стремиться найти свой путь, свой штрих, свою фишку. Кризис, как все говорят, может быть, это будет попсовая фразочка, но это лучшее время для поиска себя, для новых открытий и для появления чего-то такого, чего еще не было, поэтому самое время искать. <сёк _как> может ли каждый визажист стать человеком. <сIRطant> <сIRطant> <сирим> <сирин> <сир> Или <сир> каждый человек стать визажистом. <сир> визажистом. Мне кажется, каждый. Почему нет? Ну, то есть визажисты, они бывают разные. Вы можете в разных сферах работать. Вы можете работать гримером в кино, вы можете работать в театре, вы можете работать на показах, вы можете делать коллаборации с брендами, можете быть инфлюенсером, может быть, быть преподавателем, простите. Ну, и то есть... Ну, у меня я тоже очень давно преподаю, и, соответственно, этот вопрос и вот это вот каждый ли, каждый ли может стать визажистом. Для этого может быть нужен какой-то дар особенный, там, видение, чувство и так далее. И за годы практики как преподавателя могу сказать точно, что визажистом может стать каждый, кто действительно этого хочет. Визажистом может стать каждый и выбрать свое направление. Одно может быть какое-то, которое наиболее интересно. Даша только что перечислила уже э половина из этих направлений, а, а может быть сразу несколько направлений для того, чтобы было вообще супер весело, интересно и круто. А, главное любить эту профессию, главное понимать, что именно чувства, именно любовь и большое желание а, приведут вас к успеху, дадут вам те знания, которые для этого нужны, и, в общем-то, создадут из вас того самого идеального визажиста. Я бы еще добавила, что большой труд, потому что... Некоторые ребята, придя в профессию, думают, что это лабутены, красивый чемоданчик и легкая работа, где ты так что-то помахал, тебе за это заплатили деньги. На самом деле это такая же работа, как и другая работа. Бывает такое, что мы работаем 5 часов в день, 8 часов, а иногда 24 часа на протяжении 7 дней. А бывает такое, что у тебя в течение 3 месяцев всего лишь 2 выходных. И это действительно работа. И если ты, как Денис говорит, вы любите это, вы этим горите, то да, у вас... Сто процентов все впереди будет хорошо. Согласен, Даша. Действительно, есть такой тренд сегодня, точнее заблуждение огромное, что визажист это, это что-то такое, это как выиграть в лотерею, да, то есть ничего не надо делать, а просто там у тебя есть кисточки, у тебя есть косметика, ты весь такой нарядный, и тут тебе Париж Фэшн Вик просто сам на тебя упадешь. упал просто моментально, да, то есть и все блага и все какие-то там супершоу клиенты с огромными гонорами и так далее, я думаю, что, наверное, стоит сказать, сколько я шел или ты шла к тому, чтобы начать получать эти гонорары, попадать на эти фэшн-вики и так далее. Это труд, действительно, который, в который каждый из нас, визажистов, не знаю, которые уже какое-то имя имеют или хотят его иметь, должны понимать, сколько мы уже вложили и сколько продолжаем вкладывать. И не только денег, да, то есть, а вообще своей энергии. Сил, времени. времени, желания э, это все делать. Да, невозможно раз в неделю сделать какой-то макияж, пусть это даже будет самый шедевральный макияж в мире, лучше просто не будет, но боюсь, успеха вы не добьетесь, потому что о нем мало кто узнает, мало кто его увидит. Э, а может быть и. Это не самый лучший макияж, потому что вы его делаете достаточно редко. Поэтому много работать. С одной стороны, есть такая сегодня история, что много работать это как-то не очень хорошо. Ну да. Надо найти, успех, он уже немножко надо найти такую вот какую-то фишечку, что вот мало работать и вот все, чтобы тебе было, да. То есть Я вот это прокатывает у нас. Не совсем мало работать, а вот найти этот баланс между отдыхом, восстановлением э, и работой, потому что мы трудоголики. Сейчас очень модная и популярная, и настолько это везде пронизывающая история, как раз, как я сказала, про успешный успех. То есть это классно быть трудоголиком, когда ты 24 на 7 на связи, когда ты постоянно думаешь про свою работу, когда ты постоянно что-то делаешь. Я уверена, что ты постоянно на связи с своим менеджером, там, у тебя кто-то пишет там, и прочее. А вот именно когда это время именно твое? когда ты отдыхаешь, когда ты, не знаю, есть ли у тебя в твоем расписании помимо встреч с людьми, помимо мастер-классов, еще время там частно почитать. Я, например, недавно стала себе в чек-лист э, на день писать э, нормально позавтракать, нормально пообедать и нормально поужинать. Полчаса почитать, час на спортом и, и, и спать минимум 7-8 часов. И когда вот я понимаю в конце дня, что у меня есть галочка, которую мне нужно поставить, меня это мотивирует, что, а да, точно, сегодня я забыла э, нормально поесть. Ну, то есть это не значит на ходу там что-то кусочничать, да, а вот именно выделить себе время, сесть и, ну, прям трапезу устроить. Или там мы постоянно жертвуем сном. И мне кажется, это вот как раз про баланс, да. Не нужно гнаться за этим успешным успехом. Понятно, когда вы молодые, когда вам 19, 20, 23 года, у вас куча сил, вам можно и не отдыхать. Я помню себя, ты же тоже наверняка помнишь себя, когда Конечно. ты мог не спать тусовки после тусовок, работа после работы, вторая работа, третья работа и так далее. Сейчас, когда вам за 30, уже это не сработает вообще абсолютно. И все эти чемоданы тяжелые, которые вы носили, они тоже дают о себе знать, потому что мы уже ходим к массажистам, мы уже ходим к остеопатам, у нас уже там куча врачей, докторов, любовь к себе и все это такое. Так что да, да. А когда уже за 40 э, открывается второе дыхание и как будто тебе э, только что было 20 и уже я совсем мало сплю, реально как бы я там ложусь спать в 12, просыпаюсь в 6. бы 40. И я выспался, я отдохнул э, и во всем в том, что перечислила сейчас Даша, реально важно ценить каждый момент. Момент э, того, когда вы общаетесь с любимыми людьми, с детьми может быть или с родственниками, ценить его и выделять на это время, конечно. Но в то же время ценить нужные моменты, в которые вы живете сами для себя, не знаю, принимаете душ с удовольствием, едите, как Даша описывала, или там, может быть, делаете маникюр или макияж самим себе. Это тоже очень важно. Ну и, наверное, главное наслаждение для визажиста, это когда он в процессе создание очередного мейка, который сделает кого-то счастливым или удивит или, может быть, даже шокирует. И вот это ощущение, эти мурашки у меня всегда присутствуют, и это, наверное, то, что никогда не позволяет мне скучать, никогда не вызывает у меня какую-то э, депрессию. Вот сегодня принято еще вот это вот обсуждение такое, да, то есть о том, а как не выгореть, не перегореть, как не устать? Или у меня часто спрашивают, а как вы не устать? за 20 лет вот макияж делать uh -huh. вообще это нормально ну, вообще не <с> вообще не устал то есть мой э, при этом я близнецы по гороскопу я близнецы по гороскопу а это не будем говорить про гороскоп но все-таки я им соответствую в таком общем описании да в котором мне постоянно нужно что-то новое мне надоедает однообразие да то есть мне если мне становится скучно то все ничего мотивировать меня в этой скуке уже не может да. И казалось бы, макияж, ну уже и так покрасил, и в креативе там, и везде, и уже можно было заскучать, но я не скучаю. Почему? Потому что для меня это постоянный цикл, в котором каждый процесс, каждое направление в макияже обновляется. Какой-то период я работаю со студентами, преподаю, какой-то период я работаю на съемках, какой-то период я работаю с клиентами. И эти периоды они не идут такими длинными блоками, да, там по полгода и так далее. Они постоянно сменяют один другой. Картинка меняется, цвета меняются, люди меняются, косметика в руках меняется, кисти меняются. То есть это постоянное такое обновление процесс. Не знаю, как вот растения растут, да. То есть вроде бы они каждый год снова вырастают там цветы и снова становятся красивыми. Но этот цикл котором я наслаждаюсь этими 20 годами и, надеюсь, еще лет 50 продолжу это делать. Ты говорил про то, что идите, выбирайте школы, но очень часто я слышу о том, как выбрать школу, потому что их действительно много, и, ну, то есть, я бы хотела дать конкретные советы. Во-первых, есть отзывы, то есть можно всегда посмотреть, спросить у тех учеников, которые учились в этих школах. Во-вторых, есть очень популярный способ, когда можно просто пойти моделью в школу, например, к преподавателю или к студентам. Постоянно нужны модели в школы, это прям 100%, это правда. И узнать все изнутри, как это происходит. Ну и, естественно, опять же, посмотреть Инстаграм, посмотреть, как ребята ведут его, посмотреть сторис, делают ли они какие-то лайвы, может быть, где-то что-то они какие -то делятся, какие-то советы. В общем, я думаю, это каким-то образом сузит список, у вас останутся какие-то фавориты, а дальше действительно можно взять индивидуальный урок у преподавателя. И если, например, вам нужно выбрать вот ту самую, долгий путь, да, выбрать преподавателя, пойти познакомиться, узнать поподробнее, а потом уже идти учиться. Еще я бы хотела добавить о том, что делать после того, как вы вышли из стен школ, вот ты отучился, ты с дипломом что делать, обниматься ли с этой косметикой, да, с этим дипломом, или, или как, или чего, как дальше. В тот момент, когда я поняла, что у меня очень много времени ушло на вот эту раскачку, когда я не понимала, что делать, спустя время я сделала и разработала некий чек-лист, да, то есть для ребят, которые только что выпустились, либо собираются начать работу в этой профессии. То есть я раскидала вообще самые первые шаги на год, то есть, грубо говоря, вы можете взять, скачать этот чек-лист, и у вас будет годовой план работы, в котором различные задания, как на технику, так и вообще на э, социум, да, то есть для того, чтобы заявить в социум, для того, чтобы подружиться с другими визажистами. То есть там есть задания э, до, казалось бы, очень странных заданий, таких как написать визажисту и пригласить его на завтрак. Потому что, вот, Денис, я тебя приглашаю как-нибудь на завтрак или на ужин, возможно, не знаю, что ты выберешь. Чем так, это ведь? все закончится, интересно. Закончится просто поболтать, потому что у меня опыт один, у Дениса другой. Мне кажется, это будет классно, когда мы ну, просто пообщаемся. Возможно, он мне расскажет какие-то такие байки из клепа, или я ему, и это сделает нас хорошими друзьями или, возможно, это каким-то образом меня подбодрит. В любом случае, я считаю, что визажист визажисту друг, и нужно объединяться, даже если вы живете в маленьком городке, если вы живете в большом городке, но нетворкинг – это самое крутое. То есть визажист – это не только тот человек, который классно тушует, и который круто делает макияж, но это еще и человек, с которым люди другие общаются. И если вы классно общаетесь с брендами, если вы классно общаетесь с коллегами, с парикмахерами, с людьми, которые как-то причастны к вашей работе, то все будет 100% хорошо. И я highly рекоменд э, делать. Возможно, вы пойдете ко мне на сайт и скачаете этот чек-лист. Возможно, вы задумаетесь и составите себе свой чек-лист. Но я к тому, что каждый день это время, вот вы сейчас живете в моменте. И если вы задумаетесь, а что я сейчас делаю для того, чтобы быть успешным визажистом, для того, чтобы моя карьера состоялась, я думаю, что это ключевой вопрос. И даже если вы войдете в Инстаграм и выберете тех визажистов, которые вам нравятся, подпишитесь на них, спросите у них, как дела, пойдем позавтракаем, ну элементарное, да, или найдете классных моделей, посмотрите, а с кем этот визажист снимает, что это за фотограф, а что это за модели, которых он красит, посмотрите на работу этого фотографа и напишите этому фотографу из серии «Давай снимать», это уже будет большой шаг навстречу к вашей классной карьере это намного будет круче и лучше, если вы начнете это делать прямо сейчас, а не просто будете сидеть, смотреть в потолок и думать, где же мои клиенты, да, то есть когда же про меня узнает мир. То есть действия, даже маленькие шажочки, они тоже очень много пользы приносят в будущем. Очень круто сказала Даша, очень позитивно так, но я хочу капнуть ложечку дегтя, потому что эту ложечку дегтя и о ней я постоянно тоже слышу. Мы живем в Москве с Дашей, да, у нас большой рынок, много есть кого красить, а вот чем меньше город, чем меньше это сообщество, тем меньше кого есть приглашать на завтрак. <laughs> Онлайн! <Online> Онлайн. Завтраки. <laughs> это... Реально, в пандемии. Ну ты же заметил, я в пандемии да. завтракала, общалась но, но, но Я не об этом даже, не про то, кого пригласить на завтрак, а про соперничество, про конкуренцию, про зависть, про какие-то палки в колеса, которые бывают. Бывало у тебя такое, что кто-то тебе вот так я... вот захотел подсыпать там битого стекла вместо блесток, да? И, ну. Утрирую. утрирую, надеюсь, такого никогда не случится ни с кем из визажистов, но все-таки вот это вот соперничество, это какая-то конкуренция, всегда говорят, как выжить вот в этой конкуренции визажистов так много, нужно ли вообще туда приходить, да, то есть, а, а еще и там этот змеиный клубок и типа не обманываете вы там типа кто добился успеха, что вы там все дружите, да ничего подобного, потом как в этих голливудских фильмах в некоторых в высшем обществе все такие поцеловались Плюнули в сторону, да? Вот в этой всей истории всегда, вот мне интересно твое мнение, как ты, ты сталкивалась с этим, я с этим сталкивался, вот как ты шла через это, мимо, сбоку, как вот? Честно, когда, во-первых, я жила в маленьком городке, у нас меньше 150, тысяч населения, если не ошибаюсь. Мне реально было очень сложно, потому что я как, как раз, как ты рассказал, желтые смоки, синие губы, это то, как я ходила в своем маленьком городе, и мне реально тыкали пальцем, и мне было очень неприятно, потому что люди крутили виска, моя мама меня абсолютно не поддерживала. Она говорила, зачем ты делаешь вот это? Иди займись нормальной работой. Ну, типа, крась обычных девчонок в салонах и делай то, за что платят деньги, а не вот это вот все непонятное, какое-то творчество, как она это называла тогда. Сейчас она меня поддерживает. И мне было очень тяжело. И я искала людей, которые были как-либо сопричастны, которые тоже занимались творчеством. И я поняла, что в Казахстане я достигла потолка. Ну, то есть мне некуда вообще деваться. Простите, это было типа 17 лет назад, если не больше. А, не было интернета, нельзя было заказать косметику. И, в общем, судили по косметике, да. И в тот момент я поняла, что у меня нету вообще... Вот этих вот не то чтобы навыков, а у меня нет этих возможностей в маленьком городе. Я просто купила билет и приехала в никуда. Я до этого никогда не была в Москве, я никого не знала, я не знала. Я думала, что это как в Нью-Йорке, все очень близко и высокие дома. Потом я еду по проспекту Мира и думаю, куда я, черт возьми, приехала вообще. Первый да. год у меня такие мысли одни посещали, потому что я работала э, год вообще без какого-либо гонорара, то есть я ничего не зарабатывала, я просто очень много работала, но в тот момент я поняла, что очень важно, когда у тебя есть люди, которые тебя поддерживают, люди, которые тоже разделяют с тобой эту страсть. У меня в то время эм, не, я не нашла визажистов таких, но я нашла будиарт мастеров. И у меня были друзья в будиарт-сфере. Там не было конкуренции. И когда я попала вот в этот змеиный клубок, как ты сказал, да, потому что действительно ты такой малыш, ты никого не знаешь, что ты спрашиваешь, тебя тыкает носом в то, что ты типа вот, вырасти, а потом вообще-вообще вот, вообще подходи к нам, да, к великим и прочее. Для меня это было очень дико и странно. Поэтому, когда я выросла, я поняла, что я бы хотела изменить эту среду. Я бы хотела поменять вообще всю эту историю. И сейчас я все-таки пропагандировать эту историю о то, том, что конкуренции ее не существует. Я не считаю, что конкуренция есть. Я считаю, что ты визажист, я визажист. Но извини, мы разные люди. Тебе нравится одна история, у меня другая. Есть кто-то, у кого есть дети, например, да. И если мы с тобой пойдем к клиенту, у которого пять детей, мы не найдем общий язык. И, скорее всего, этот клиент нас не вызовет. А вот взять третьего визажиста, Н, например, у которого и мамочка, и работу совмещает, и вообще такая молодец, да они там споются, и прежде всего вас покупают не потому, что вы классно тушуете, а вот, вот этот вот стержень, вот эту личность. И когда я стала большим визажистом, назовем это так, я поняла, что очень важно объединять людей. И у нас в школе, у нас ребята все потом находятся в чате, у нас есть специальный канал, где мы делимся работой, куда мы зовем, когда мы зовем ребят ассистировать, мы организовываем бесплатные мастер-классы два раза в месяц. То есть, не знаю, у нас очень семейная обстановка. То есть вот того, что мне не хватало, болезненно не хватало в то время, когда я начинала, я просто взяла и с нуля построила. Это очень круто. Соглашусь абсолютно точно с Дашей, что есть все равно есть зависть. Как бы ты ни строила вокруг себя идеальный мир, все равно ты ее чувствуешь даже, когда это большие ну, это тусовки, там и так далее. Ну да, но ты спиной не чувствуешь такие вот укольчики. Ты идешь тогда. Я беру с тобой классного ассистента, мне Ты идешь такая себе с розовыми крылышками, порхаешь, и счастливая никогда не чувствовала, что кто-то на тебя косы смотрит. Завидую твоему идеальному миру, который ты построила. Может быть, это даже я. Я могу дать пригласительные. Это я шутка. тебя уже позвала. Это шутка. Поддерживаю полностью Дашу. Не нужно думать о конкуренции. Не нужно думать о том, кто как на тебя смотрит и что о тебе говорит. Нужно делать то, что тебе нравится. Нужно стараться делать это как можно круче, как можно лучше. И... Точно лучше, чем ты делал вчера. Но как быть все-таки с теми, кто агрессивно проявляет себя в адрес твоего творчества, твоего какого-то эксперимента. Сегодня это легко прочитать даже просто в комментариях э, в социальной сети, да, то есть не обязательно человека знать или видеть лично, да, то есть можно прочитать, какой ужас эти ужасные какие-то смайлики и так далее. И несмотря на огромный опыт э, в этой сфере, честно признаюсь, я иногда могу посмотреть и, и подумать, ну вот... Ну что тебе нужно, друг? Почему ты тратишь свое время и треплешь мои нервы вот этими ужасными комментариями? Не могу похвастаться огромным количеством хейтеров, но все-таки некоторые умудряются попасть в ту самую минуту вот слабости, не знаю, или наоборот незащищенности, когда они попадают в цель, они, можно сказать, колят или там ранят тебя, и ты хочешь заблокировать немедленно, да, но друзья говорят, не реагируй, не реагируй. Я научился это делать со временем, это не так-то легко на самом деле, вот, но чем я спасаюсь, да, сейчас Даша расскажет про свою историю, я спасаюсь тем, что я отправляюсь в мир своих эскизов, своих работ, своих новых планов, то есть которые мне нужно еще сделать, я понимаю, что я не хочу и не должен тратить время на чьи-то негативные эмоции, может быть, у человека все так настолько не сложилось в жизни или в данный момент времени, что ему нужно было вот эту вот гадость плеснуть на кого-то, и тут попался мой какой-то креативный макияж или какая-то работа, которая ему вот прям не зашла. Ну и бог с ним невозможно, нравится всем, и это самое глупое занятие, попытка понравится всем вы такие или мы такие какие мы есть и кому-то это нравится а кому-то нет и это абсолютно нормально но все-таки старайтесь максимально спокойно реагировать на уколы на критику на зависть такие люди всегда были и еще до социальных сетей и в новых технологиях я уверен это будет проявляться и дальше вот, защищайтесь цветом, защищайтесь макияжем. Кстати, макияж это определенного рода такая защита, да, то есть, которая, которую можно носить на себе, и она будет света отражать весь негатив хейтеров. Хотя это нелегко научиться воспринимать вообще. Вот как ты дашь с этим? У меня Случился случай много лет назад, когда был еще как контакт популярен, когда не было вообще инстаграма. Один раз я захожу к себе на страничку. У меня новости, у меня 30 комментариев. И я такая кто-то меня откомментирует? Боже, 30 комментариев так много, у меня такого большого количества еще никогда не было. Я захожу, а это одна и та же барышня. Она сначала такая, ну так себе макияж. Что здесь случилось с бровями? что вы сделали с женщиной, зачем вы так испортили девушку. То есть каждая, практически каждая вторая фотография, она ее откомментировала. А в основном она прикапывалась к бровям, то, что ей не нравилось, что я люблю натуральные брови, она назвала их брови енотики, волчьи брови, что за заросли, кустики. И, в общем, очень много всяких разных названий. Сначала я очень сильно разозлилась, а потом я подумала, обалдеть, человек потратил столько времени, отсмотрел все мои работы, под каждый второй оставил свой комментарий, о чем мне это говорит. Это ничего не говорит обо мне. Это не говорит как оценочное какое-то мнение о моих работах. Потому что мои работы, они вот... Ну, знаете, как кому-то нравится Ван Гог, кому-то нравится Пикассо, кому-то нравится Дали. Но ну, как бы невозможно спорить о том, кто из них лучше. Они все разные. Точно так же и мы, визажисты, либо деятели искусства, моды и так далее. То есть невозможно как-то вот, нету никакого специальной линейки, где можно замерить, кто молодец, а кто не молодец, кто прав, а кто нет. Но, тем не менее, вот эти все комментарии негативные, они, наверное, говорят прежде всего о людях. От тех людях, которые это комментируют. Потому что если человек занимается тем, что ему нравится, если он занимается и живет на полную свою жизнь, у него там хобби, дети, школа, университет, какие-то активности, встречи с друз друзьями любимыми. Там, он думает, Ах, какой бы фильм посмотреть сегодня, я смотрела там, список 100 лучших фильмов там, в мире во все времена и прочее, у него нет времени и сил для того, чтобы оставлять негативные комментарии особенно целенаправленно, знаешь, вот пройтись по всем работам и написать вот такие просто поэмы о том, как же ты его не удовлетворил своим макияжем. И опять же, в этот момент, когда приходит хейт какой-то, я вообще не обращаю внимания. Ну, то есть, когда-то давно меня это задевало, и мне хотелось с ними поспорить и доказать, что ну как же, это же искусство, я же права и прочее. А потом в какой-то момент я поняла, что как это вообще повлияет на мою жизнь? Ну, то есть, как вот это решит, повлияет, поставит черту, грань на моем творчестве? Никак, вообще. То есть то, что мне говорит какой-то неизвестный человек, который вообще не в зуб ногой промык, говорит мне о том, что у меня отвратительные работы, что они его раздражают, испортили аппетит и как это развинет например, ну окей, и что? А вот, например, если бы мне это сказал коллега, которого я действительно уважаю что мнение для меня важно, я бы, возможно, задумалась, ага, так, что бы мне здесь исправить, да, то есть я бы восприняла это не как, Uh, все, крест на карьере, а как, наверное, точка роста, да, то есть я всегда стараюсь найти какие-то, um, знаете, как вот uh, есть такая фраза и серия ⁇ Опуститься на дно ⁇ то есть утонуть, опуститься на самое дно, оттолкнуться, чтобы спастись и вытолкнуться, да, и выплыть. Вот для меня, наверное, вот такие вот какие-то замечания от коллег, для меня это точка роста и то дно, от которого я могу оттолкнуться, чтобы воспрянуть. Поэтому хейт, хейт. Хейт э, – это мотивация на самом деле. Э, э, и все негативное, что может прилететь вам э, слова, какие-то комментарии и так далее, нужно переплавлять, переваривать в позитивное. Да? То есть и идти и делать. Может быть, даже еще хуже, чем она там сказала, какие ужасные брови. А нужно взять и расчесать их так, чтобы она вообще умерла, просто увидев следующую публикацию. Или отметить. Ну, не умерла, конечно, а была еще больше раздражена и шокирована. Люблю, кстати, это делать, как бы иногда, когда вот люди такие неадекватные требования, говорю, ах, вам не нравятся зеленые брови, ну тогда зелеными станут еще и губы, еще и румяна там и так далее, и так далее черный пиар или вот эта игра на эмоциях, даже негативных, это то, что использует, мне кажется, весь мир шоу-бизнеса, а мир шоу-бизнеса частично, и мир визажистов, это уже так очень сращивающиеся такие два мира, в которых это может быть одной из ваших фишек, когда вы вот этот негатив используете как Источник вдохновения даже, да, или мотивации, что очень важно сегодня для каждого, кто начинает, для того, кто продолжает и э, хочет делать себя мир э, красивым. Еще одна из актуальных тем – это современный макияж. Например, моя школа называется Члидеш, но мы ее часто позиционируем как школу современного макияжа. И когда к нам приходят и спрашивают, а чем отличается современный макияж от несовременного, да, и почему вот так вот, я, наверное, хочу сказать и прежде всего подчеркнуть, что есть визажисты, которые просто застряли вот в том, чему они обучались там 10-20 лет назад. И они вот это вот и продолжают делать. Например, я не совсем понимаю голливудский макияж, потому что название как голливудский макияж, что это? Это значит, то, что это то, что носят в Голливуде, или это то, что раньше носили, да, типа макияж Мерлин Монро, или это просто стрелки и красная, красная помада. Да? Ну, то есть не совсем понятно, Безусловно, у нас есть базовый курс, и на базовом курсе мы учимся делать и стрелки, и красные губы. Мы говорим про этот э, урок как урок графики. Мы не говорим о том, что это голливудский макияж. Я вообще не совсем делю как бы, макияжи на свадебный, там, модный, какой креативный и, там, и прочее. И прочее да? Для меня макияж, у меня есть макияж, но есть разные задачи. Потому что бывает такое, что я делаю мейк на фотосъемку, и мы будем делать 6 разных образов за 3 часа. И мне нужно учитывать, что ага, мне нужно сделать такой пластичный мейк, чтобы я его не смывала, а один другим цветом перекрыла. А бывает такое, что это съемка каталога, когда я сделала один мейк, и мы снимаем 12 часов. И мне нужно, чтобы этот мейк в первозданном виде все 12 часов продержался. Или клип, например, когда очень яркие световые приборы и прочее. Или невеста, которая говорит, можно мне максимально посвежее, чтобы я была юна на 10 лет, например, да? Или анти макияж, когда приходит взрослая тетечка, и она не говорит мне деловой макияж. А она говорит, что ну, у меня там мероприятие важное, и мне бы на этом мероприятии быть свежей, холеный, но не сильно роскошный, потому что это деловое мероприятие, например, и ты такой, ага, окей, но нет какого-то правила, что вот если это свадебный макияж, то мы используем только такие цвета, или голливудский, то мы знаем, это только стрелки, только губы и так далее, я не знаю, может быть, у тебя другое мнение, я сейчас говорю чисто за себя. Часто я сталкиваюсь с тем, что, например... Я работаю не одна в школе, у меня есть команда визажистов, и вот, например, у нас последний раз один из визажистов решил уйти в гейм-индустрию, она начала рисовать вообще все эти игры, соответственно, у меня новая позиция, мне нужен визажист. И вот эти кастинги, там больше ста человек на одну позицию, и приходят люди, у которых там 10, 15, 20 лет за плечами работы, но они не могут сделать мы, то есть я им даю задачу, что представим, что у нас у клиента зеленые глаза, нам нужно сделать контрастный макияж, я не говорю какие цвета, потому что мне интересно узнать, насколько она знает теорию цвету, и сексе, например, с макияж, и так, чтобы это было э, сексуально, например. И я вот думаю, окей, что она сделает? Она сделает просто растушевку, либо она сделает уголок, либо она сделает стрелку поверх смоки айс, либо она подчеркнет нижнее века, Да? То есть для меня вот, когда ты говоришь секси, это значит, что либо ты подчеркнешь нижнее века, либо ты как-то вытянешь глаз. А бывает такое, что ребята приходят с опытом в 20 лет, и они делают для зеленых глаз, например, какие-нибудь синие тени, которые вообще не контрасты, не подчеркивают. И в качестве смоки, когда я прошу их сделать смоки, они делают уголок и ты такой смотришь и думаешь э, простите что и вот вот эта история про то что ты застрял в той эпохи мне кажется это просто неправильно конечно сказано прямая дорога в ад но это точно вот прям недолго в этой карьере вам, потому что сейчас настолько быстро все развивается и настолько нужно быть и держать руку на пульсе и задаваться вопросом, а почему я делаю такие губы, а может быть мне другие сделать, а как еще могу достичь этого эффекта, а что значит сделать э, секси э, глаза, да, секси макияж глаз, а если секси губы, чем отличается от не секси макияжа губ, да, то есть как вот где эта грань? И мне кажется, когда вы чувствуете эмоциональную связь образа и конкретные технологические это приемы в макияже, вот это про современное понятие макияжа, потому что весь мейк это как частички лего, да, как в кубике Рубики, какие-то моменты. Вы знаете, что вот есть кожа, есть кожа сияющая, есть губы, губы могут быть графичными, брови можно расчесать, чтобы они были такие wolf brows, да, а можно сделать их четный, четкими, графичными, строгими. И вот это все, это такие элементы. И когда вы эти элементы, как лего, собираете или как пазл в одну картинку, у вас за счет того, что вы просто меняете один пазл на другой, у вас может кардинально измениться образ. И когда вот вы умеете различать эти пазлы и умеете пользоваться ими и складывать какие-то картинки, для меня это и есть понятие современный макияж и думающий визажист. Когда вы просто вот так одели шоры, и когда к вам приходит невеста и говорит, мне свадебный макияж, и вы делаете уголок девочки, у которой широко расставленные круглые глаза, и которые ни в коем случае нельзя делать такой макияж, потому что они еще сильнее разойдутся, еще станут круглее, как у рыбы. И вы понимаете, ну как бы, блин, надо включать мозги, как бы грубо это сейчас не звучало. Продолжу. Продолжу. У меня тогда тоже школа современного макияжа, Даша. Вот, и э, могу продолжить э, и немножко покритиковать старую школу, про, про который, по которой проехала сейчас Даша, э, потому что старая школа, э, возможно, кого-то научила крутой технике, э, технике симметричной, технике, которая позволяет делать крутые растушевки, но при этом э, очень много моментов, которые сегодня можно назвать реально старомодным шаблоном очень много людей сегодня приходят и ко мне учиться и которые говорят а что можно макияж сделать без, без межреснички бывают такие макияжи вообще я говорю, да, бывают и очень достаточно много таких макии. А что можно вот это без вот этого, а как можно сверху на сухую текстуру потом нанести еще а, текстуру влажную? А это вообще преступление, как нам говорили, как нас когда-то учили. А, сегодня, друзья, а, индустрия меняется настолько быстро вместе с новыми разработками от мировых лидирующих брендов. А, сегодня огромное количество новинок попадает на рынок чуть ли не каждые три месяца, да, и вот эти старые технологии, старые шаблоны, в которых четко написано, это правильно, это ни в коем случае еще. Хочу продолжить теорию, и точнее не теорию, а реальную современную практику, которую озвучила Даша. Если вам кто-то сегодня говорит вот это ни в коем случае, это означает, что у вас должны возникнуть огромные сомнения и несколько вопросов. А почему ни в коем случае? Или как я такой хулиган в макияже, могу спросить, а то что? если я это вдруг ни в коем случае и сделаю. Более того, именно так я начинал. Мне было всегда интересно, а что же это ни в коем случае, к чему это приведет, да? То есть и меня это привело к тому, что я стал креативным, известным, ярким визажистом, потому что это ни в коем случае оказывалось, как правило, очень даже прикольным случаем, ярким и красивым. Поэтому Современный макияж ⁇ это свобода. Но, боюсь, мы напугали немножко тех, кто сегодня только-только начинает и говорит, ну, как бы, как я и говорила, да, в макияже нет никаких правил, рисуй, что хочешь, как хочешь, с, тем, с чем сочетай и так далее. Сегодня есть новые правила, сегодня есть новая философия в макияже в которой, чтобы соответствовать ей, чтобы развиваться в ней, нужно знать и старые правила, которые хорошо бы иметь смелость нарушать почаще, и новые правила, которые тоже, возможно, стоит в качестве супер-нового эксперимента нарушать тоже. И эти нарушения еще и смешивать между собой, между старыми и новыми, и тогда, возможно, родится что-то вообще невероятно новое, чего еще не было, хотя многие такие... Действительно старорежимные визажисты, говорят: ну что еще в макияже можно нового придумать? Но все равно это нос, все равно это глаз, все равно это губы, это брови. Посмотрите, как изменился макияж. Даже самый старомодный за последние 10 лет, мне кажется. Даже самый классический макияж уже совсем не то же самое, что было 10 лет назад, и тем более не то же самое, что было 20 лет назад. Поэтому визажист, который перестал, перестал наблюдать за миром вокруг, перестал развиваться и учиться, неважно даже сейчас уже где, в какой школе, у какого учителя или просто наблюдая за, за крутыми страницами в социальных сетях и занимаясь самообразованием и самосовершенствованием, это визажист, который, к сожалению, стремится уже к выходу стремиться к выгоранию, стремиться к какой-то э, профессиональной депрессии, потому что уже непонятно действительно, что делать, и ты теряешь э, связь с реальностью, которая стремительно меняется. Поэтому меняйтесь вместе с миром э, в цветном, ярком, позитивном ключе, э, и все проблемы, сложности, депрессии превращайте в топливо и в краски, которые точно будут двигать вас вперед к деньгам, успеху и славе. Еще одно популярное заблуждение у новичков бывает из серии косметики, из серии того, что, боже, где же мне взять столько денег, чтобы накупить столько косметики, или ощущение, что вот когда я куплю себе весь этот лакшери кейс, за очень-очень много денег, тогда я стану нормальным, классным, профессиональным визажистом. На самом деле, кейс – это не совсем измеритель вашего профессионализма. И в моем кейсе есть как и бюджетные бренды, так и дорогие, а есть вообще продукты, которые я переложила в банки, и некоторые мои клиенты даже не понимают, что это, да, то есть у меня подписано, там, например, что вот это там корректор такой-то, вот это блеск такой-то или там скраб для губ и прочее, да, то есть я призываю максимально экономично к этому вопросу подойти, особенно когда вы только в начале пути и у вас не резиновый кошелек. Всегда есть возможность взять и вместе с коллегой, с визажистом, с другим пойти вместе в магазин и что-нибудь, я так называю это, распилить. Распилить э, какие-то продукты, поделиться и на этом сэкономит э, и место в чемодане и в то же время ваш кошелек. А еще я считаю, что одно из самых важных вложений денежных именно в вас, это не совсем кейс. Безусловно, это обучение, но также это еще и ваше портфолио. Почему? Потому что портфолио это то, что вас продает. Не кейс вас не продает, не обучение, диплом, который вы себе положили. Возможно, вообще самоучка, который очень быстро все схватывает на лету, и вы где-нибудь ассистировали кому-нибудь из топовых визажистов, и всему у него научились. да, То есть у вас нет никаких бумажек, и, ну, вот я, например, самоучка, да, то есть мне нечего сказать и показать какие-то дипломы и сказать, что вот именно благодаря этой школе я такая молодец. Нет. Но с другой стороны, вы можете посмотреть на мой портфолио и вы увидите, да, что у меня хороший уровень. При этом когда есть вариант, на что потратить там 50 тысяч рублей, я бы выбрала, наверное, все-таки команду, съемку, портфолио. Почему? Потому что если вы сделаете мейк, например, бюджетными продуктами или дорогими и сфотографируете с одним и тем же светом, я уверена, что разницы особо ваш зритель не заметит. Но если вы возьмете и позовете в команду с вами работать стилиста по волосам, стилиста, который принесет классную одежду, модель, которая круто позирует, который молодец, может быть, она топовая модель, возьмете, выберите какую-то классную локацию, возьмете не подружку фотографа, которая недавно купила себе фотоаппарат, да, а хорошего фотографа, который снимает бьюти. У вас будет действительно классное, качественное портфолио, и, соответственно, это будет вас продавать дороже. И, соответственно, если взять классное бьюти-портфолио, и если взять просто снимки, не знаю, напротив ковра, хотя сейчас, конечно, айфоны и прочие, многие делают классные съемки, но если мы говорим про работу не в плане только невесты, клиента, а про что-то большее, например, журналы, например, работа с брендами, работа на съемках, на показах, то, блин, съемки на айфоны это ни, ни в коем случае не рабочие варианты, да, и, соответственно, вас будут брать на работу, которая уже более вышеоплачиваемая, именно опираясь на ваше портфолио. Поэтому, если вы хотите серьезно сдержаться в этой профессии и делать классные заказы, хорошие, классные съемки, работать с брендами разными. Я имею в виду не только косметические бренды, да, но и крупные другие, например, там, не знаю, Hyundai, Samsung, я не знаю, какой-нибудь Beeline и прочее, делать с ними рекламу, билборды, журналы и прочее, то нужно вкладываться в портфолио. Это самое выгодное вложение после обучения, потому что обучение никуда не девается. Я бы еще немножко добавил, может быть, даже возразил Даша, тебе, но не возразил скорее, а дополнил э, эту историю, потому что портфолио реально сегодня может быть очень разным, и может быть для тех, кто только начинает э, свой путь, и э, опять же э, вы ориентированы больше на работу с клиентами, может быть, в начале и только мечтаете, как о какой-то э, голубой, несбыточной мечте о съемках. Э, Работе с журналами или с фэшн-шоу различными. Вот, то портфолио это и съемки на телефон, портфолио это и до, и после. Даша говорит о портфолио мирового, в, в мировом таком э, индустриальном смысле. Да? То есть, когда ты уже достигаешь и создаешь портфолио для того, чтобы на высшем уровне таком работать, это то, к чему, безусловно, стоит стремиться. Но возможно, вот сейчас у меня идет, например, онлайн-курс базовый, да, и я сталкиваюсь с тем, что у кого-то нет просто обычного цвета карандашей, даже, да, то есть, как бы, ну вот человек пришел, он начал, и ему трудно, да, то есть заплатить и за обучение, и за кейс даже самый простой, даже с учетом распила. Непростое время, действительно, сегодня, но. В любом случае очень важно а, сегодня стремиться выбирать действительно продукты в свой кейс а, ходовые универсальные действительно отвечающие сразу на много вопросов очень крутая идея распилить кстати можно буду рекомендовать своим студентам тоже собираться как-то и может быть если есть реальная проблема и хочется побольше всего и чтобы все попробовать да то есть это очень крутой совет вот и в начале, все-таки э, рекомендую пробовать разные пути. Знаете, вот как э, я думаю, что никто, и Даша, в том числе, э, может быть, и не знала в начале своего пути что вот выстрелит все-таки. Мы все стремимся заниматься тем, что нам нравится больше всего, но иногда это очень страшно. Особенно если это креатив, особенно если это арт и кажется, сегодня особенно сильно, что кому это все нужно, вообще реальным людям нужна реальная страна стрелка, реальная красная губа, реальный закрашенный прыщ или синяк под глазом, а не вот это вот все, как и тебе мама говорила много лет назад, так же как и мои все. Близкие люди смеялись надо мной и говорили, как бы никогда не забуду свою бабушку, которая мне спустя 10 лет уже, когда я уже, уже встал на ноги, уже начал зарабатывать, причем хорошие деньги, и вот я приехал к ней э, в гости, и она говорит, ну ты там вот красишь, там девушек разных рисуешь, там что-то на лице, работать-то ты, когда начнешь уже? Вот такое э, отношение может быть. Хочу сказать, что профессия визажист. Это профессия, а соответственно это работа для людей, которые ей влечены, поглощены, и влюблены в нее. А за работу должны платить деньги. Ты знаешь, очень часто я слышу один из таких возражающих факторов, когда мама отправляет девочку к нам учиться, точнее, не хочет отправлять учиться, mm -hmm. говорит, что да что она там, этот визажист, да? То есть, вот когда ты будешь работать нормально, mm -hmm. что он там заработает, mm -hmm. потому что, как бы ты там что-то красишь и копейки зарабатываешь. Mm -hmm. а и Чест... вообще ничего не зарабатываешь. Или ничего вообще не зарабатываешь. Честно, я реально полгода в Москве переехала, и полгода я работала бесплатно каждый день. Иногда сутками. И первый мой гонорар... Даш, прости, перебью. А, где ты взяла деньги чтобы прожить эти первые полгода в Москве. Я работала официанткой в клубе ночном, параллельно А, То участи... есть ты э, на жизнь в Москве да. зарабатывала вообще да. другим образом да. и, соответственно, ради любимой профессии да. как бы вот э, вкладывала все, что заработала. Это очень круто, это, кстати, нереально крутой пример того, что если ты хочешь, ты можешь немножечко поработать. Ну конечно, Не совсем, да. Э, тем ну, хотелось, я, я считаю, что вижу цель, не вижу препятствий. Да? То есть э, если у вас нет возможности зарабатывать сейчас макияжем, но вы очень хотите этим заниматься, но не вывозите вы сейчас, у вас большие потребности, у вас там квартира, которую нужно снимать, там, не знаю, мама, родители, еще кто-то, э, можно же как мне говорили, сдавать себя в аренду. То есть я сдавала себя в аренду и зарабатывая в ночном клубе официанткой, накопила денег для переезда в Москву. И когда у меня появилась достаточная сумма, когда я переехала, это позволило мне создать такую некую подушку безопасности и полгода не работать. Честно, когда вот перед моим первым гонораром у меня оставалось 5000 рублей, при этом квартира, за которую я платила, стоила 7. То есть у меня как бы уже в принципе не хватало денег. И было, конечно, очень стрессово и очень непросто. Но повезло, что тот фотограф, с которым мы снимали несколько раз бесплатно, в итоге у него появился клиент, и клиент не просто накрасить, а это был -арт, фейс фейсарт, в общем, все, и сразу я сразу заработала 20 тысяч рублей. Я сделала фон, я сделала аксессуары, одежду, я накрасила барышню-клиентку, причесала. То есть, на самом деле, сейчас вот если взять вот эту всю историю то это очень дешево. потому что я потратила три дня делая этот фон ну, то есть я делала вот эту бутафорию она была в доспехах аля то есть я эти доспехи делала бутафорию эту вручную ну, то есть по сути один фон столько стоит но в тот момент да я себя так не оценивала когда я жила в Казахстане и был момент когда я понимала что я теперь делаю меняю гражданство я не могу работать официанткой в клубе и все равно это займет какое-то время там полгода не знаю три месяца что мне делать? Дай-ка я буду рисовать. Я рисовала Будиарты, но очень так, знаешь, между делом, параллельно, потому что я и училась и работала а, в этом как раз ночном клубе, и времени так особо не хватало. И а, так как у меня появилось время, я думаю, окей, теперь я буду практиковаться. То есть я набью руку, пока у меня есть эта возможность. Я начала звать сестер, подружек, друзей всех, я начала рисовать какие-то эскизы. Я рисовала тогда гуашью и акрилом. Что не рекомендую, честно говоря, делать, потому что некоторые цвета въедались и невозможно их было открыть, отмыть. У некоторых была аллергия. Но блин, я жила в Казахстане, мне тогда было 15, то есть это там 2005 год или что-то в этом духе. Не было душке. чем рисовать. Не было чем рисовать. И в принципе этот акрил он был дорогой, его сложно было в принципе найти в городе. И в какой-то момент ко мне приходит барышня, которую я не знаю. Тогда был, естественно, популярен контакт. И она мне пишет, что у моего друга, диджея, день рождения. И я бы хотела, чтобы ты мне на груди, на голой, естественно, нарисовала а, ну, утрированную фотографию во флюоресценте. А, и мы пофоткались, потому что я тогда еще это все фотографировала. И, в общем, я ему это подарю. Сколько это будет стоить? Это был мой первый клиент. И я не знала, сколько брать денег. Мне было так дискомфортно о том, что я же это рисую для себя. Я же вообще в принципе, в принципе руку набиваю. Я не планирую, что я буду с этого зарабатывать. Я говорю, купи мне краски. Она купила мне краски. Я взяла ткань, которая обычно на подклад используют. Купила ее, сшила между собой. У меня была светлая и темная. Я ее использовала в качестве фона. Развешивала на гвозди, которые остались после старого ковра. И фотографировала на мыльницу. И я начала выкладывать эти работы, и ко мне посыпались заказы. То есть, я жила в этом маленьком городе в Казахстане. Я, я делала э, бодиарт, мейкап, прическу, фотографировала это все. Они ко мне приходили в районе 10 утра, уходили в районе 5 вечера. То есть, вот за это все я брала 1000 рублей. Это когда я подняла цены, до этого я брала 600 рублей. Это я сейчас примерно, потому что Тогда это была другая валюта, это были тенге. И ты знаешь, ко мне, у меня просто была какой-то фу, фу запись. Просто вот просто начали приходить девчонки, одна советовала другую и прочее. И я начала на этом зарабатывать. И я была в шоке. Я зарабатывала даже больше, чем работая официанткой в клубе. И это позволило мне вот эти месяцы не трогать вот эту вот подушку безопасности. И она у меня, соответственно, увеличилась на тот момент. И я была в шоке, потому что это был маленький город. Я делала какие-то очень странные вещи для него, но, тем не менее, у меня получалось зарабатывать. И благодаря этому я выкладывала в контакт каждый день практически эти работы. И а, я уже тогда участвовала в всяких сообществах будярщиков которые а, собирались на конкурсы, это Невские берега, ты же знаешь, mm -hmm, да, mm -hmm. и прочее. И я была активная там, и ребята меня заметили. Они заметили, что я каждый день практически выкладываю новые работы, и они такие ты кто такая вообще? Ты чего такая активная? Ты сидишь там у себя в каком-то маленьком городке, неизвестно где, мы даже не знали, что такое существует, и такая активная. Тебе надо в Москву переезжать. Я говорю, да вот, я жду гражданства. И в итоге случилось так, что меня вот эти работы, они меня э, катализировали, да, то есть они сработали таким прям супер толчком, они меня подпушили классным людям, классным ребятам. И я, переехала в Москву, э, уже приехала, и я понимала, что, ага, есть классное бодиарт-сообщество, где э, я могу спросить у кого-то что-то, и мне посоветуют, и мне не пошлют куда-то, и прочее. Но это все начиналось вообще с копеек. Вообще, ну то есть, мне кажется, формировать цену это достаточно сложно. И мне кажется, это такая психологическая история, да, потому что ты можешь 20 лет быть в профессии, и кому-то делать макияж бесплатно. То есть, я вот, например, свой макияж как макияж... Ну, то есть обычный мейк я практически сейчас не делаю. То есть я обычно выступаю и продюсером на съемке, я собираю всю команду и арт-директором, и визажистом. То есть так, чтобы меня взяли просто, типа сделали мне просто смоки на вечер. Но такое бывает крайне редко. То есть у меня обычно какие-то такие большие крупные заказы. И на самом деле, опять же, если сейчас возразить на вот эту вот фразу из серии, что мейком никогда не заработаешь, ребята, я купила квартиру в Москве без ипотеки за деньги, которые я получила с макияжей. Не вытаскиваю ничего из школы, потому что школа ⁇ это отдельная касса, это другая история абсолютно. Хотя нет, я вру, я взяла ипотеку, но я ее выплатила за 6 месяцев. Круто, круто, молодец, Даша, поздравляю. Спасибо. Вот, деньги ⁇ это важно. Но история Даши четко говорит о том, что делай то, что любишь, делай это с большим удовольствием. И тогда к тебе придут деньги. И я всегда говорю всем своим студентам и всем вам, друзья, сегодня уточняю еще раз и для себя проговариваю в том числе, сначала надо любить и придут деньги. Четкий конкретный ответ. Ответ. Откуда придут, как придут и сколько их должно прийти в первый месяц? Это ответ на вопрос всяким мамам, папам, всем, кто против, все, кто не поддерживают там и так далее. Придут не сразу, да, то есть вот у Даши там полгода прошло как бы и случилось, что все заметили, все увидели и так далее. Мое начало было в Санкт-Петербурге, в большом городе, где уже было много визажистов. И мне на это понадобилось где-то примерно полтора-два года, помимо работы с клиентами, по самым таким скромным прайсам в салоне, я все время делал. Креативные, ну, вот точно так же, да, то есть креативные съемки, причем даже на обычный фотоаппарат в эм, какие-то из секонд-хенда купленные там куртки, шмотки, шубы, все это резалось, сшивалось, как-то наматывалось на каких-то моих друзей, все это фотографировалось, я вдруг возомнил себя каким-то там мейкап-дизайнером и начал делать коллекции, там, типа вот весна, вот я ее представляю так, и вот у меня вот такая-то там история с макияжем, с этими всеми секондниками разрезанными в качестве аксессуаров, потом осень, потом лето, то есть вот такие сезонные и так далее. И все это увидели даже тогда, когда не было социальных сетей. Да? То есть увидели, услышали через э, сарафанное радио, и несмотря на то, что это был большой город, да, то есть все равно э, это увидели, и увидели еще и потому, что 2000 год это было время, когда э, максимум креатива, это была какая-то веточка сакуры там вот с цветочками, со стразиками на скуле или бабочка, наверное, вершина артистизма, да, бабочка там да, на глазах нарисована или на, на все лицо, такая покрупнее, с теми цветами радуги, а, и мои макияжи тоже очень сильно выделялись. Но я это делал совершенно бесплатно, я это делал для себя, я это делал для того, чтобы мне было не скучно работать только в салоне с клиентами, хотя я это тоже безумно люблю до сих пор. Для меня это отдельное удовольствие, когда ты видишь и чувствуешь, я вижу и чувствую, что я не только творю как художник для себя и кому-то когда-то это принесет пользу или положительные эмоции, а я делаю реальное дело для реального человека у которого загораются глаза, который начинает видеть в себе красоту которую может быть уже забыл когда ощущал в последний раз да то есть особенно омолаживающий а, макияж вот это самое наверное любимое мое ощущение когда ты видишь что человек а, начинает а, себя чувствовать совершенно по-другому и хочет снова жить а, деньги деньги это важно. Деньги это то, что будет с вами. И не цените себя дешево, если вы действительно уже вложили в себя многое. Да? Но будьте контактны, будьте скажем так, креативны, продолжая работать над творческими проектами. Я думаю, что и Даша согласится. И я сегодня работаю очень часто, ну, не очень часто, честно признаюсь, но достаточно часто и стремлюсь к этому делать творчество, творческие проекты, которые когда-то меня сделали успешным и популярным, продолжать, потому что без этого просто не могу. Давай под конец дадим три самых вот прям must-have совета для визажистов, для новичков и для тех, кто уже в профессии, возможно, не знаю, потерялся. Выгорел, устал или запутался там и так далее. Первый совет, если вы ничего не делаете, да, после школы, которую вы только что закончили, или вдруг у вас исчезли клиенты в связи с пандемией и так далее. Если вот вы сидите без дела и грустите, это означает, что вы должны встать и начать делать макияж. Как? первый раз, как, когда вы еще не получали за это деньги, просто начните или продолжите его делать, вот какой хотите, и поверьте, это состояние, да, то есть это настроение, которое когда-то вас привело к успеху или когда-то родилось у вас это желание делать макияж, оно приведет к вас, к выходу из этого странного, может быть, немножко грустного состояния. Просто начните делать макияж, если вы его давно не делали. Это мой первый совет. Второй совет. Продолжайте учиться, потому что, несмотря на то, для тех, кто уже продолжает, имеет опыт и так далее, если бы я не учился и не продолжал, я бы, может быть, уже тоже закончил себя как визажиста, потому что мне бы стало скучно, и я бы понял, что я все знаю. Продолжайте учиться, потому что есть чему учиться. И у коллег есть чему учиться, и у сегодня открытого мира, это интернет, и иностранные визажисты, и в России даже есть чему учиться. Учитесь тому, чего боитесь, чего еще никогда не делали, но учитесь, находите на это время, силы и желания. И третий совет – не бойтесь. Я так часто слышу, я боюсь цвета, я боюсь постучать в эту дверь, я боюсь написать э, э, там, не знаю, фотографу, я боюсь, боюсь, боюсь. В макияже не нужно бояться, потому что мне кажется, что это самое безопасное э, из всех бьюти услуг всей бьюти индустрии. Но даже если у вас ничего не получилось смешать цвета, нарисовать симметрично стрелки или губы там, или еще что-либо, это всегда можно смыть и вернуться к исходному, к исходному чистому и красивому, а может быть и не очень чистому и красивому лицу, но тем не менее уже без макияжа. Поэтому не бойтесь, будьте яркими, будьте смелыми, не бойтесь ошибаться, это делают все, и великие, и успешные, и вдохновляющие кто не ошибается тот пусть не пьет, не пьет шампанского или наоборот пьет его и не ошибается, что тоже вряд ли возможно вот даже какие у тебя советы? Я с твоими советами очень согласна. Прям добавлю от себя, наверное, такие, что еще бы можно было бы добавить, да? И буду краткой достаточно. Первое, что бы я посоветовала, это найти друзей, найти сообщество, найти поддержку. Потому что психологически одному быть в поле воином очень сложно. Когда у тебя есть компания, друзей, коллег, с кем ты можешь обсудить что-то, поделиться, попросить совета, узнать какие-то новости, это очень помогает, это очень закаляет, окрыляет. И ты чувствуешь, что за тобой есть люди, которые за тебя заступятся, если что, и тебя поддержат. Тебе есть кому рассказать и поделиться, потому что не всегда родители и близкие понимают вообще, о чем речь. Да, то есть там что-то осыпалось, либо клиент повел себя не очень тактично и прочее. Друзья, визажисты это круто. Следующий совет мы будем звучать так как не халтурить. Не халтурить и а действительно выкладываться, подходить основательно к своей работе. Многие ребята в разных профессиях подходят к своему делу спустя рукава, но на самом деле, если ты хочешь задержаться в этой профессии, если ты действительно хочешь сделать прорыв то нужно подходить тщательно, подготавливаться, максимально продумывать э, и прям быть на 158% уверенным, что да, ты все с собой взял, ты все продумал, ты изучил профиль фотографа, ты узнал, кто твоя модель, ты понял, какая у нее кожа, какие ей идут, какие не идут. Да? То есть вот эта вот тщательная подготовка, э, это на самом деле половина успеха, если не две трети успеха. И третий совет который я дам, это смотреть шире, развиваться и искать вдохновение не только в мейке. Посмотреть на какие-то соседствующие индустрии, да, возможно, на дизайнеров, на стилистов, на какие-то хобби, на керамику, на художников и ловить и черпать вдохновение именно там. Почему? Потому что когда вы смотрите только на работы визажистов, у вас как будто бы взгляд зацикливается. Это все копится в вашей библиотеке памяти и потом невзначай вы нечаянно копируете или повторяете чужие мейки. Когда же вы ищете вдохновение в других каких-то историях, например, в дизайне, в графическом дизайне или в каком-нибудь вышивании и прочее, пытаетесь это интерпретировать в ваш макияж, ваше искусство, ваша работа обретает вообще новые какие-то смыслы, новые очертания, это уже что-то новое, неповторимое, интересное и супер свежее. Вот искать вдохновение не только в мейке, а вообще везде, Открываться всему и черпать вдохновение абсолютно везде. Вот это я вам рекомендую. Друзья, спасибо большое, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы, вдохновили вас, возможно, дали вам какую-то поддержку. И мы хотим сказать огромное спасибо бренду. Спасибо Nix Professional Makeup за этот уникальный формат за эту возможность пообщаться, рассказать о том, что ты думаешь, о том, как жить дальше, как жить дальше очень круто и хорошо. Невероятно рад сегодняшней компании с Дашей, рад тому, что Nix Professional Makeup организовали этот саммит, и надеюсь, это будет новой доброй традицией, в которой визажисты и люди, которые имеют отношение к индустрии, будут делиться своим опытом, своим вдохновением и тем и рассказывать о том, что же нас ждет дальше.